Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, давай-ка заберем награды наши все. Задание недели. Забрали. Так, следующий. И смотрим, что у нас еженедельно. Так, купите билеты, это все понятно. Тут нам нужно открыть еще наборы карточек, завершить все ежедневные задания, использовать ускорение и совершить сделку. Совершаем сделку. Закалка я, пожалуй, приберегу. Очки доверия. Не хочу тратить. А здесь у нас что? На одну карту лептоклейда? Вы серьезно? Это смех. Ютараптор меняется на 180 тысяч монет. Не годится. Что-то какую-то ерунду предлагает, если честно. Давай попробуем тогда, наверное, вот здесь вот обменять. Ну, например, Гатсу. На баксы. По максималке. $20. 20 каких-то несчастных вшивеньких доллара. Ладно. Главное, что задание выполнено. Так, а что у нас тут? Ага, 375 тысяч монет я забираю. Прекрасно. Ну что, ребята, монеты я буду уже забирать потом. Давай-ка мы глянем, что у нас здесь. Произошла эволюция или нет? Никак нет. Не хочет она завершаться. Продолжаем эволюционировать. И здесь у нас тоже, друзья мои, кисляк. Два дня, 7 часов и 1 день. Совсем не годится. Абсолютно. Ну, я тогда, наверное, буду приступать к поединкам. Так, ребят, события. Сдвиг ледников. 3 битвы, так, испытать свои... О, и дрожь земли. О. Ну, вначале сдвиг ледников. Значит, гигантский олень, Эндрю Терри и опять гигантский олень. Что-то как-то... Мне кажется, громко что-то. Так, ну что, я возьму тогда следующим образом. Паноктус и Эрима Терри. Но Эрима Терри я поставлю после Келлингена. Вот так. Давай смотреть. Должны мы здесь вырубить. Просто обязаны. Паноктус сразу, конечно, не вырубит этого гигантского оленя. Хорошо. Давай, 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 родной. Ох, ёк, ты посмотри, какой Эндрю Терри, как он выглядит ужасно. А если я возьму Келлингена? Что ты на это скажешь, парень? М? Он наверняка побежит сейчас меняться на гигантского оленя. Мне почему-то так кажется. Естественно. Кто в этом мог бы сомневаться? Ребята, я нисколько не сомневался. Поэтому я думаю, сейчас мы будем уничтожать. Так, гигантский олень. Раз, два, три. Проверка. Ломоть я его. Так, и еще один гигантский олень. У него 1470 кп. Но он сейчас поменяется, скорее всего. Он не стал меняться. Раз, два, три. Проверка. В мясо. Ну что же, а вот и Эндрю Терри. Это, скорее всего, какая-то смесь Эрима Террия, да? Вот этого вот. Вместе... С Эндрю Сархом, скорее всего. Мне почему-то так кажется. Ну что же, уничтожаем тогда. Давай. Готов. Ну что, ребятушки, первая наша победа. И довольно успешная, кстати. Давай-ка посмотрим, что у нас тут дальше будет. Энтеладон плюс Уинтотерий. И плюс Эрематерий. Здесь, скорее всего, возьму тела Космила. Тела Космила и Мамонта, что ли, брать? Давай шерстистого носорога возьмем. И Гасторниса. Вот такая командочка будет. Кстати, сразу вырубаем с тобой Энтеладона. С одной просто... С одной, как говорится, подачи. У
Пуинтетерия тоже, видимо, с двух подач придется шлепнуть. Но он меняется. Он меняется, и он думает, что зря ты так, парень. Ой, зря. Ой, зря. Вырубим? Есть. Так, ну что же, Уинтотерий, давай иди сюда. Он ничего нам не сделает. Это бесполезно. Прощай. Я тебя никогда не забуду, Уинтотерий. И мы двигаемся спокойненько, приспокойненько дальше. Так, будьте добры, покажите мне, пожалуйста. Ага. Эндрюсарх, Энталадон и два Эндрюсарха, да, получается. Значит, берем Уртинотериума, Индрикотерия и Мамонта. Я думаю, это оптимальный вариант для нашей победы. Вот жалко, здесь, конечно, я не смогу вырубить его сразу. Чуть-чуть не хватило буквально, но это не страшно. Но ты посмотри, посмотри, что вытворяет, а? Он же все слил, все. На тебе. Он еще, главное, лает как собака. А собака у нас лает обычно как лиса. Или лиса лает как собака, вот так будет правильно сказано. А здесь он ничего не стал делать. Глупыш. Просто глупыш. Выносим ему мозг. Как раз. И вот он, Эндрюса. Ну, конечно, он сейчас, друзья мои, 4 попытки. Он, наверное, сольет 2. Он 2 слил, 2 оставил себе. Все, ему крышка. Ему кранты. Круто, ребята. Ах, как замечательно. Очень-очень хорошо. Ну что же, погнали далее. Так, посмотрим сейчас. Ох ты. Бак нам дали. 100 баксов. И синтета Церас. То есть, как бы заслуженная награда, да, получается? Ну давай, давай, давай. Че ты мне тут открываешь? Так, давай-ка мы заберем здесь смотреть видео. Это мы попозже сделаем. Так, здесь еда. Тоже хавчик. И тут хавчик. То есть везде нам выпала еда. Блин. Как дорого все это стоит, ребята. Смотреть видео. Нам нужно открывать, да? Чтобы выполнить задание, нам, по-моему, надо смотреть обязательно эту штуку-дрюку. Используйте 3 ускорения. Так, завершите все задания. Потратить хавчик. Еду, значит. На что мы будем ее тратить? Тут-то у нас, по-моему... Сейчас, или здесь? Или же вот здесь? Ох ты! А чё это у меня ребята здесь стоят? Я даже не знал, что он может у меня... Тьф. Что он, мы можем прокачать его до 30 уровня, оказывается. Сидит там втихушку, прикинь. Так, ну мы все равно еще пока не пропали. Точнее, не то, что не пропали, мы не закончили. Тратить хавчик. Можем, кстати, знаешь, где потратить его? Нам же моды нужно искать, по-моему, если не ошибаюсь. Моды. Использовать ускорение. Собрать 3 мода. Вот, как раз мы с тобой за еду сейчас. Будем за хавчик, да? Давай за еду потратим, фиг с ним. Редкие моды. Выпадает нам. Прочная кожа. И за деньги. Что нам тут? Инстинкт убийцы. И один обычный. То есть мы с тобой выполнили сейчас сразу 2 задания. На еду и на моды.
снижает показатель атаки всех вражеских существ на 10%. Забираем. Так, и дальше ускорение. Ускорение. Ускорение я, наверное, не смогу сделать. Хотя, если подумать... Так, у нас вот тут вот еще 20 часов, прикинь. Я думал, что мы уже с тобой все сейчас заберем. Ну, как бы не так. Тропический бульвар. Забрал. Забрал я тропический бульвар. Ну, раз у нас есть баксы, давай тогда здесь потратим. Ребята. Диплозух. Поместить. Вот сюда. Открыта награда. Так, ребята, вот сюда-то надо было как раз нам тратить хавчик, а не туда. Где-то в закромах. Нифига, ты посмотри, как он выглядит. Вот это красота, друзья. Крокодил такой, блин, классный. Так, ну что, я предлагаю его дальше качнуть. Сколько он там стоит? Кстати, он не так дорого стоит. Опа, рыбку захомячил и довольный. Так, например, чтобы мне вывести второго, сколько он стоит? 660, а у меня сколько этих супер ДНК? Для совершения не хватает ДНК, а сколько? Блин, где мне хотя бы посмотреть, сколько у меня вообще есть ДНК? Я не знаю. Где-то можно посмотреть, а где, я без понятия. Ребят, напишите в комментах, где. Вот тут у нас есть обычная ДНК, да? А где супер ДНК? Посмотреть, сколько у меня находится. Пока без понятия. Так, ну что же. Давай дальше смотреть, что у нас есть по событиям. Испытайте свои силы, дрожь земли. А что за дрожь земли? Битва. А, ну это у нас лига, ё-моё. Давай-ка вначале здесь, наверное, сделаем. Твоё налево зажужжало, заскрипело. Слышишь, как она гудит? Она не пристает. Возьмем, короче, Тодзю. Почему я взял Тодзю, ребята, 10 уровня? Потому что мы сможем быстренько сделать ускорение. Хотя оно, наверное, уже сделано у нас. Так, здесь третья атака будет смертельная. Проверка. Ага. Давай дальше. Раз, раз, два. Прописывай все три. Прописывай все три. Блин. Я рискну, ребят. Есть. Риск оправданный был. Сейчас в данный момент у нас все получилось как нужно. Ну что же, первый поединок прошел успешно. Давай двигаться дальше. Возьмем Джунгариптора. Тут опять же получается третья атака будет смертельной. Сейчас посмотрим. Рискнет он бомбануть или что? Нет. Все. До свидос. До свидос, я тебе скажу, парень. Ты шанс свой упустил. Ой. Он уже понял, что ему здесь ничегошеньки не светит. И мы его, конечно же, уничтожаем, ребят. Вот так вот. По щелчку в 3.15. Просто в хлам. Так, ну что, давай дальше тогда. Третий поединок у нас. Опять же выберем суперзавр, пускай будет. Тут тоже три атаки, да, получается? Смертельный. Если получаешь три атаки, ты отдупляешься. Он не стал ходить.
Давай так проверим. Битер. Хитро поступил. Но мне хочется узнать, где же он будет прокалываться. Он рано или поздно должен прокалываться, ребят. Он где-то проколется. Поверь мне. Если он сейчас ничего не будет делать, буду уже атаковать. Все. Он сам себя раскрыл. А мы его уничтожаем. Бумс. Все очень легко. Так, у нас остается что там? У нас остается еще пару поединков, да? Так точно, именно пару поединков. И здесь я возьму, наверное, микропозавра. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он ходит первым. Раз, два. Задергался, он задергался, друзья. Он задергался, засомневался. Проверим, так. Блин, надо было мне все-таки, наверное. Я посмотрим. Он не стал атаковать. Все, до свидания. Как только я увидел, что у него две защиты сработало, это сразу уничтожение пошло. Ну что, и последний поединок у нас. Возьмем диплотатора. Начнем потихонечку, пожалуй. Как он распорядится своими двумя очками? Никак. Раз, два, раз. О, все. Две защиты взял. Считай, это преимущество просто потерял. Тем более здесь еще и потратил. Все. Все, ребят. Распечатываем его. Не думал, что так легко пройдем сегодня вот это вот событие. Просто на изи. Вы знаете что, ребята, вот я еще хотел сказать. Только не вылетай, пожалуйста, а. Ну что, ребята, игра вылетела, но 100 ДНК мы получили. Так, а теперь я буду, пожалуй, смотреть видео. Все, больше наград посмотреть не могу. Так, забираем. Купили мы билеты на розыгрыш призов. Что дальше там у нас? Опа, 56 тысяч еды. Ну что, я думаю, что теперь, наверное, можно будет... Так, здесь тоже забрать. Пойти на событие, на дрожь земли, потому что остальное у нас все выполнено. Как раз начнем, раскачаемся. Так, а у нас что здесь? Ага. Так, нам не хватает. Почему у меня разве глиптодона нет? Глиптодона у меня нету. Дофига кого нету. Так, вот мы с тобой получим смелодона. У нас откроется еще одна. Вкус жизни. Зауроподы. В плане... Как это у меня нет топижары? Вы издеваетесь? Может быть, топижары у меня нету в плане того, что они имеют в виду, он не стоит на карте? Так-то он у меня же есть. Кстати, нам нужно ставить кого-то на эволюцию. Давай посмотрим, кто у нас может эволюционировать. Киви-ки, да? Может. Давай-ка начнем. Тут всего-то 2 часа, господи, там быстро очень пройдет. Ну что, вперед на события. Эх, начало должно быть очень простеньким и легеньким. Начнем потихонечку. Такс, кого взять? Суперзавр, Кеца и Пастазух. Я думаю, для начала вот этих ребят хватит.
Лимноцелис, Трицератопс и Тропиогнат. Хороший выбор, но мне кажется, им ничего не светит здесь. Просто ничего не светит. Сразу этого Лимноцелиса выносим. Сразу же. С удара. Так и надо ему. Трицератопса тем более сносим, ребят. Тем более. А что ты там дергаешься? Не дергайся давай. Вырубаем его. Давай. Гаси его. Все. И Тропиогнат, он тоже здесь нам ничего не сделает, ребят. Не... Ты меня насмешить решил, что ли, парень? Полетел. Икарушка. На, выкуси называется. Вот совсем другое дело, ребят. Совсем другое дело. Так, ну что? С самого начала это всегда все легко и просто, друзья. Так что... Поздравления. И куда мы там перелетаем? На добытчиков. Сразу на добытчиков. И на рулетке нам достается... Еда. Да пока чуть-чуть не дотянули. Естественно, сразу же переходим на следующую битву. Диплотатор... Тиранозавр и... Погоди, погоди, погоди. Что я делаю-то? Возьмем скалозавра. Аэротитана. И уинозавра. Вот такую команду. Блин, погоди, зачем я взял двух травоядников? Рэй, ну ты че? Ну ё-моё. Ну вот, вот теперь дилофазавр здесь. И как ты будешь с ним драться? Как? Глупость, глупость, я большую сделал. Блин. Аэротитана придется подключать. Других вариантов не вижу. А вот это вот он зря сделал, кстати. Да ведь? Проверка. Ах ты, жук ты такой, а. Ты посмотри, что он делает. Ты посмотри, что он творит, а. Он даже не стал бить. Ну что, я рискую. Так, в мясо. Готов. Рамфоринг, да, по-моему? Так точно. 87 атаки у него. Вырубит. Он вырубит меня. С трех, ребят, с трех атак. С трех атак он меня уничтожит здесь, к сожалению. Я не удивлен. Единственное, что вот я думаю... Я думаю, наверное, вот так надо сделать. Ему крышка. А вот здесь... Дилофазавр. Сколько ему нужно? Три? Три или четыре он потратит? Четыре. Ну что ж, друзья, Аэротитан с ним закончит сейчас в данный момент. Да, он с ним закончит. Причем очень быстро. Пока. Попрощались мы с этим пареньком. И переходим дальше на следующий поединок. Кстати, мы сейчас перейдем в следующую лигу. Давай-ка глянем, на какую позицию нас перебросят. Выжившие, 41 место. Ну, ну. Ну какие, блин, монетки он мне дает. Он мне подсовывает монетки свои, а? Ты прикинь. Так, диплотатор, тиранозавр и лабиринтозавр. Вот это будет сейчас классно.
Ну, мы посмотрим, кого нам в противовес поставят. Ты не забывай, что противник тоже, извини меня, не дремлет. Так, Орхозавр, Суперзавр и Пахицератопс. То есть... Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, родной. Чего? 434 всего лишь. Блин, нам же надо было Тираннозавра мод 2 как раз сделать эволюцию ему. Вот что я тебе скажу. Он сейчас может вырубить меня, по-моему. Но он не стал этого делать. Мне кажется, я здесь фейлюсь, друзья. Почему такое предчувствие? Почему-то у меня тут такое предчувствие. Все сейчас разнесет. Он потратит две атаки. Три атаки потратит. И, или не будет тратить, я не знаю. Все-таки потратил, ребят. Все-таки он потратил. Я все сливаю. И, наверное, зря. Так, ну тут 58. 4. Наверное, пропустит ход, скорее всего, он. Пропускает ход. Я делаю вот так вот. Раз, два, раз. Вот так вот. 7. Все сливает, прикинь. Он все сливает. Он же понимает, что ему сейчас кранты. Вот надолго, намного ли меня хватит? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот так вот я попробую. Сколько у него там здоровья? Должно быть дофигище. 680. Вот сейчас посмотрим, что он будет делать. Атакуй меня. Ну, молодец. Все. Говорим ему до свидания. Да, мы тут его хорошо, конечно, вырубаем. Есть. Я, честно говоря, думал, что мы уже проиграем здесь. Но, как видишь, нам повезло. Ну, как повезло. Тактика, друзья мои. Сплошная тактика. И вот мы уже в охотниках. И вот мы уже в охотниках. Нормально идем. Так. Фонтан, он мне как бы... Не особо-то и нужен. Ну что, следующая битва у нас. Пошли. Так, мы перешли с тобой в охотники. Тут уже будет посерьезнее противники. Поэтому начнем, наверное. Так, Эламбия. Будем прокачивать потом. В общем, берем Тропиогоптера. Карнораптора возьму. И Уэрхозавра. Мне просто интересно знать, что сейчас будет. Какой враг? Это что такое? Нафига я тогда брал так... Ну ты, конечно, меня извини. Но если бы я знал... Это смех. Наверное, само по себе испытание легкое, наверное. Хотя я не уверен. Ну что, Трицератопс, будешь меняться или он все-таки решил меня бомбануть? Понятное дело, что попробую уничтожить. Пока нет, пока не получается. 5 хп у него все-таки остается, друзья. 5 хп всего лишь остается. Что он сейчас будет делать? Ну давай, 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 что-нибудь делай, соображай. Меняется. Кетсу взял. Он думает, что Кетса ему поможет. Эх,
Дурачок ты, дурачина. Сейчас пойдет раджазавр. Вылупился. Раджазавр, ну давай. Кривляк ты такой. Раз, два. И вот так. Ну, а тут остается Трицератопс мод 2. Что бы он тут ни сделал, ему ничего, ребят, не поможет. Вообще. Ничего и никогда. Здорово бомбанул. А теперь получай по ушам. Хорошо, сейчас врежем-то ему, а? Классно. Так, ребят, ну что? Остается у нас очень много динозавров, и посмотрим сейчас, куда перейдем еще. 56-я позиция. 56-я позиция. Получаем с тобой еды чуть-чуть. И берем Карнораптор. Эдиоморфодон. И Стегоцератопс. Вот все-таки я заметил, что у меня очень много, ребята, амфибий. Очень, ой, много, мало, мало амфибий. Вот я. У меня больше, вот, скорее всего, травоядников и... Да, наверное, травоядников больше всего. А вот... амфибий маловато будет. Так, слушай, я могу... Нет, не могу. Не хватит. К сожалению, пока не хватит у меня. Ютиранус. 8 уровня. Что ж ты предпримешь, парень, а? Скажи-ка мне на милость. Влупим. До свидания. Как раз уложился. Тютелька в тютельку. Так, смотрим дальше. Здесь у нас Сфинакодон. У него 189 к атаке. По 200. Ну, он тыщенку-то может вырубить. Около тыщенки, да? Он еще и не стал ходить. Проверка. До свидания. Ну что, следующий. Это стегозавр. Он не, у нас классовое преимущество, поэтому... Если он сейчас, например, все в атаку слет, сможет он меня пробить? Он что, дурачок, что ли? Не пойму. Он на что вообще рассчитывал? Я не знаю, друзья, на что он там рассчитывал. Но мы его разнесли. Странный типок. Он думал, что я не буду ходить, что ли? Да. Так, ну что, Лига Охотников у нас. 600 ДНК. Топиелозавр. Уйнозавр. И... Алангозавр. Посмотрим вот такую комбинацию. Эх, сожмем кулачки. Лишь бы нам не рептилии, да, достались. Или не хищники даже. Она выпадает хищники. Траодон и какой-то там еще хитрозадый. Кстати, вот это вот уже видели мы, чувачка. Я сделаю, наверное, вот так вот. Траодон. Какой-то, знаешь, напоминает мне какого-то велоцираптора с таким с крылышками, ё-моё, скажем так. Вырубим мы его, интересно? Вырубим, конечно. А остальные он очки, видимо, хочет скинуть на аэротитана. А ведь аэротитан мне ничего не сделает. Даже если потратит все свои 4 действия на атаку, он уничтожить не сможет мне топиелозавра. Тем более здесь. Ну, я с тобой могу только распрощаться, парень. Все, иди гуляй. Иди лесом.
Давайте мне следующего. Аэротитан, мы с тобой не закончили. Выползай сюда ко мне. Ну? Ну что ты сделаешь? Что? Что? Да вот ничего ты не сделаешь, парень. Эх. Как-то легко, легко, ребят. Вроде бы уже как бы идет такая высшая лига, да? Мы уже с тобой в лиге охотников. Сейчас уже там, я не знаю, будут... скоро будет доминатор, блин. Нет, доминатор еще не скоро будет. Сейчас хищники. После них уже идут доминаторы. Ну дали бы $100, блин. Так, я сейчас здесь отправлю, а здесь заберу. Так, мы еще ускорение не сделали. Мы еще не сделали ускорение. А ускорение мы знаешь, как можем сделать? А, наверное... Подожди. О, я могу... Мы же брали с тобой в начале там 10-х уровней, да? Они должны уже были... А их и нету здесь. Тогда... Тогда давай здесь закончим. Так, а нам еще нужно кайнозойскую эру сыграть в ПВПшке. Поехали. Вызов. Твою налево, у нас с тобой и нету ничего. Раз, два, три. Ну, ты понимаешь, что здесь я сфейлюсь. К сожалению. Ну, что это такая команда? Сейчас смотри, кого выдадут мне. Как всегда, редких, там, каких-нибудь эпических и тому подобное. Но два ледниковых тоже не очень хорошо. Против них очень бы, наверное, эффективно действовал вот этот парень. Посмотрим, как они тут сейчас порешают. Глиптодона, да? Глиптодона взял. Ну, жук. Ходить не стал. Ходить он не стал. Да ты серьезно, что ли, а? Ты посмотри, что вытворяет. А чучмек. Ой-ой-ой-ой-ой, если он сейчас зарядит две атаки, вырубит он мне Индрикотерия. Не стал. Я попробую слить. Ай, чуть-чуть не хватит. 134. Будет меняться, интересно, или нет? Меняется. Ой-ой-ой-ой, меняется, ребята. Это по сотке. Слушай, ну он не стал атаковать. Блин, я рискну. Я рискну, ребят. Ты просто, блин. Это серьезно, а? Ведь все равно пойдет меняться сейчас. И вот тут он меня распишет. Индрикотерия, к сожалению, уничтожит. Только вот кем он будет сейчас ходить? Сам? Сам? Он, конечно, все слил, но он сам сходил. Так, а мне придется тогда что делать? Тоже? Все сливать. Ну да. Так, ребят, смотрим дальше. Три атаки сейчас положит. Три атаки он потратит, он уложит мне синтета Цераса. Ну а дальше вся надежда только. Четыре тратит.
4. Так, ну что, ребята, попробуем. И вот так. Динотерий, у него 134 хп всего. По-моему, мы сейчас выиграем. Ходи давай. Блин, он не стал, ребята, делать ход. Я рискну вот так. Так, друзья, это хорошо, что он взял 3 защиты. То есть хорошо, что я не стал его пробивать. Посмотрим, как он сейчас поступит. Я рискую. Е. Да. Красота. Красота неписанная. Все-таки мы победили. Молодец, молодец, песик. Выручил всю команду. Ну что, друзья мои, забираем награды наши. А, приз умельца, конечно же. Так, денежка. И еще разочек запускаем колесо. И выпадает нам монетка. Забираем ежедневный наш пак. Открыть. Еда, ДНК, баксы и флаг. Ну, нормально. Ну, ага, поздравляем, все нормально. Ну, а нам надо что? Нам надо допроходить события. Еще, как говорится, есть порох в пороховницах. Тиранодона возьму. Блин, а диплозух-то получается... слабее нондогазавра. Но по атаке зато, конечно, мощнее, ребят. Ладно, возьмем диплозуха и спинораптора. Интересно посмотреть, кого нам тут поставят. Гаргозавр, вот гаргозавр как раз под диплозуха было бы. Ой, шикарно, ребята. Было бы очень хорошо. Я, наверное, так и поменяю сейчас. Офигеть, атака. Ха, обалдеть. Мне кажется, тут никто с ним не сравнится. Даже нондогазавр тут бесполезен. Мы его просто растопчем. То есть один диплозух здесь справится со всеми, скорее всего. Блин, ну выглядит он прикольно, ребят. Смотрите, шипы. Весь такой... выглох. Он ничего не стал делать. Но дело-то твое, конечно, парень. Получай тогда. Сейчас посмотрим, как у нас тут Дейна Хейр. Да он сосунок. Сосунок. Даже если он все потратит, я думаю, что почти 2000 хп он не пробьет. Он даже ничего не стал делать. Посмотрим. Досвидос. Кальвадос. Ну и обратно вернулись к нашему гаргозавру. Ну, если только он все сольет, тогда да. Может быть, еще пробьет. Ну давай, давай, не пыхти там уже, пыхтун. Посмотрим, сможет ли он, хватит ему вот этой дури. Скорее всего, хватит. Да, это жестко, это люто. Ну что, Птернодон, развлекайся, он весь твой. Весь твой, без остатка. Красиво. Ну что, мы переходим с тобой на очередной поединок. Заодно посмотрим, на какую позицию нас перекинут. С 95-й мы переходим на 77-ю. Мало. И ДНК мало дают.
Так, ну что, получается, нам нужно взять Таникалагриуса, Апатозавра и Нундагозавра. Ох, сложность пошла. Кого они там против меня сейчас поставят? Паразавр. Ну давай, давай. Я, наверное, ребят сразу буду бомбить паразавра этого. Я знаю, что я его не уничтожу, но все-таки львиную долю урона я ему нанесу. А дальше он, скорее всего, поменяется на микропозавра. Это же он? Да? Микропозавр. А давай так сделаем. Так вот. Ну и чё? И все, сдулся. Сдулся, рот открыл. Ну и прощай, Дарвиноптер. Прощайте, говорю. Раз, два, три. Пока. Микропозавр, камон сюда. У апатозавра, посмотри, сколько хп. 3330. Ну что он там сделает своим микропозавром? Да ничего, понятное дело. Поехали. По-моему, крышка. Ну вот и выходит паразавр. 317 на 6. Мне тоже интересно посмотреть на это. Вырубит? Скорее всего, вырубит. Да, ребята, достаточно ему хватило. Не буду я переключаться, сразу атакую. Можно было бы, конечно, Таникалагриуса для понтовки взять. Но я уже плюнул на это и думал, пускай так будет. Чего вы мне сюда переключаете? Зачем? Не надо. 57. Я не успею, ребят, дойти до этих... Как он там называется-то? До доминаторов. Мне не хватит динозавров. Раз, два, три. Я бы и рад, но не хватит. Там еще нужно 4 или 3 поединка сделать как минимум. А у меня вот еще на 2 поединка и все. Этот и с птеродактилем и индоминусом рексом. Цирозинозавр. Да. Я так, наверное, сделаю. Мой ход. Хорошо. Вырубим? Вырубим. А теперь посмотрим вот на этого. Я его видел, помню тогда. Ух, ё-моё. Ужасно выглядит, страшно, блин. Прощай, Эдиоморфодон. Он тебя сейчас разнесет в пух и прах, к сожалению. Да. Как-то мне надо его вырубать, друзья. Вырубаем. Нундагозавр. 3 атаки по 500. Не хватит ему меня сразить. Не хватит, друзья мои. Хватило? Ну и мне тоже хватит его вальнуть. Я даже немножко... Я не ожидал, что так будет. Если честно. Что он возьмет просто так и пропечатает.
А он, видишь, хитер. Блин, 37-я позиция. Всего лишь 37-я позиция. Ну, ё-моё. 375. Ну что, последний поединок, ребята. Раз, два. И к ним присоединится... Пеликаниптерикс. Пеликаниптерикса я возьму. У нас вон скафагнат, кстати, может тоже. Воу-воу-воу-воу-воу, игуанодон и раджастега здесь. Так, ну что, этого сразу выносим. Просто с удара. Игуанодон 25 уровня. Серьезно, заявочка. Будет бомбить, интересно, или нет? Не стал. Дай-ка я вот так сделаю. Он же сейчас побежит за Раджастегой, да? Ты ведь побежишь за ним? Игуанодон, я бы лучше бы побежал бы, естественно. Так, 720 по хпшкам, мы вообще его... Так. Согласись, что это он зря сделал. Потому что я его оп, оп, и наказал. А теперь иди сюда, Игуанодон, и будем с тобой дальше разбираться. Он же понимает, что ему крышка в любом случае. Он же ведь понимает это, да? Какие-то там попытки делает никчемные. Все. До свидания, парнишка. Круто. Ребят, я считаю, что сегодня мы неплохо повоевали. Чуть-чуть нам не хватит. Вот буквально одного поединочка. Понимаешь? Одного поединочка, чтобы попасть в доминаторы. Так, и что-то у нас там еще есть. Пройдите 40 схваток. Опа. Опа, ничего себе. Оу. тысяч монет. Ну, это шикарно. Это добротный приз. А что у нас там еще такого мощного? 20 долларов, это фигня. Вдоль берега. Такого, в принципе, ничего больше нету, да? А что они мне здесь показывают? Я что-то могу... А, ну это, наверное, то, что мы можем с тобой выводить теперь. Вот, 600... Да, блин, это понятно, что... А сколько у меня их на данный-то момент? Где это посмотреть? Не знаю, ребят. Тропический бульвар. Разместить. У нас вот эти вот, когда, наверное... Где же у нас остров-то этот? У нас когда вот... Подожди. Вот здесь вот когда раз, два, три, мы сразу уровень получим. И я еще, наверное, штуки две закажу сразу же. Будет круто. Ну что, друзья мои, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!